друзья, добро пожаловать в мое новое видео, в котором хочу предложить вам вариант вкусного перекуса, который готовится очень легко и очень быстро. Для приготовления этого перекуса нам с вами понадобится 2 банана, которые необходимо размять вилочкой. Если вы еще не подписаны на мой канал, то приглашаю вас подписаться, чтобы не пропускать новые видео с новыми рецептами, которые на моем канале выходят 2 раза в неделю. Также нам понадобится 2 яйца, которые мы разбиваем в банан и хорошенечко перемешиваем. На моем канале я записываю видео для правильного питания и не только. Тем самым я хочу показать, что худеть можно вкусно, и в правильном питании есть большое разнообразие блюд, которые приготавливаются очень вкусно, быстро и легко. Так что давайте вместе худеть и худеть вкусно. Ну а также в наше тесто я добавила еще корицу. Вы же смотрите сами, если корица вам не нравится, то вы можете ее не добавлять. В этом нет необходимости. После того, как добавили корицу, опять же все нужно хорошо перемешать. На сковороду я уже добавила немного оливкового масла, и когда оно разогреется, можно начинать жарить наши блинчики. Из этого теста, из этого количества у меня получилось 6 блинчиков, вполне достаточно, на перекус я съела только 3. Обжаривать нужно на маленьком огне с 2 сторон. Ну и подавать их можно с чем угодно, с арахисовой пастой, со сметаной. Я же в этот раз выбрала джем вишневый, и получилось очень вкусно. Всем приятного аппетита и до скорых встреч в новых видео!